Вот он такой: ну все, ребят, 20 секунд отдыха. Давайте отжимаемся. Да, это, конечно, 1,5 часа тренировка еще. Всего? Ну, 1,5 часа. А, полтора, послышалось полчаса. Я думала, всего, я думаю, ничего себе, ты Халк. Да, что, я по 4 часа треню обычно каждый день. Да, когда мы на танцы ходили, у нас было по 3 часа. Что? Куда заходили? На танцы? Да. Ну, это жестко. Мы там склонялись. Чем? Растяжка. Ну, растяжка это, да. Там просто интенсива, понимаешь? Это интенсивная тренировка. Это не просто, когда ты там растянулся, потянулся, что-то поприседал. Это прям интенсивно. Ты постоянно бежишь, что-то бьешь, что-то там скачешь. Я вообще... У меня просто град... У меня... Я была в спортивной кофте, в леггинсах. И у меня было все мокрое. Все. Ну, вообще, просто насквозь. И... Да, и когда мы в планке в конце стояли, я просто стою, у меня вода капает, понимаешь, с лица. Вообще очень много воды, пот. Лишняя вода вышла. Да. Ну, я это даже сегодня... Я вчера такая была не очень живая. Думала сегодня... Ну, обычно же через день хуже. Ну, вот не знаю, как у тебя. У меня, ну, как бы первый день после тренировки... Ну, как бы тяжеловато, а второй день вообще умираю. То, что прям все доходит. Но я вроде еще живая немножко сегодня. Я еще такая ненормальная. Сегодня записалась к тренеру на этот, на персоналку. Мне удары надо ставить, ну, чтобы техничные были. Тут так неправильно бить тоже. К остеопату тоже записалась. Я, короче, говорю, я вроде, я просто решила все наладить у себя по жизни. И я-то думала, это, знаешь, по времени как-то будет. Ну вот сейчас, ну, это начну делать на следующей неделе, это. Ну, как-то так распределиться, и так получилось, что все в одно время. Угу. И, ну вот, еще Лёня же не выпускает, тебе рассказывала. Он, короче, нашел там... Выход, у них есть такая фигня, как ночной патруль, который, они же военно обязанные, они выходят в город и типа патрулируют город. И вот он, вот выйдет сегодня в город. Ну, они, получается, как делать? Если какие-то происшествия есть, то они выдвигаются сразу. Ну, там в 10-минутной готовности должны быть. Mm-hmm. И вот я поеду туда, к нему. Щенячий патруль. Ой, господи, смешно, как реально щенячий патруль. К вам бежит на помощь щенячий патруль. Тяу-тяу-тяу-тяу.